Oh!
Остался всего один зал. Знаю, надеяться нельзя, но может мы его все-таки найдем? Нет. Пришел помочиться на мой труп, неблагодарный. А, кто вы такие? Мы ищем точильный камень. Ты не видел? А, был в этом зале один. Мой сын наточил на нем кинжал, которым потом пырнул меня в спину. Что? Этот ублюдок думал, что пора ему стать капитаном. Да, я его не баловал. Чему тут удивляться? В его возрасте я также поступил со своим отцом. Он убил своего отца? Где он теперь? Он хоть и ублюдок, но он мой ублюдок. И помогать вам я не стану. Значит, поможет кинжал. Эй! Он мой! Эй! Идем, сын. Нам пора. Подавись! Слева!
А вы умеете драться. Этого у вас не отнимешь. Помни, что я сказал тебе. Всегда ожидай худшего. Ну, то есть, вряд ли он был хорошим папой, но... Ты не знаешь версию сына? Ну да. Ну, и как вам склад Фафнера? Точильного камня нет. Его забрал хозяин этого кинжала. Все самое хорошее унесли. О, ну, возьмите это в обмен на кинжал.
Кинжал, который вы принесли, очень интересный. Вроде неказистый, но сделан качественно. В какой части храма вы его нашли? В спине разбойника. Он вроде был из какого-то большого клана. Может, камень у них? Возможно. Такой стиль я уже видел. С чего бы начать? Отличная вещь. Я плохого не посоветую. Все же дашь? Скажи ему подольше отпускать сталь. Он корюжит лезвие. Да, юноша. Что-то забыл? Меня можно не убегать.
в руках? Мировой змей? Маловат. Да, но может Тор просто такой большой? Это вряд ли. Если ты не подуешь, и я не буду. Мы уже видели эту статую Тора, когда уплыли из пещеры ведьмы. И где пещера? Полдень, солнце вон там. Значит, это юг. Юго-запад. Хорошо. Приемлемо. Несколько символов есть, но нужен весь диск целиком. Я не могу прочитать. Я же говорил, нам, ну, смотри, эти шесты покрывает магия ведьмы. Это сбережет нам время. Thank you.
Пойди сюда. А, мне как раз было интересно. Да-да, заходите. Ты можешь хотя бы просто поздороваться.